Лето, солнце, жара и долгожданное открытие 9 городских пляжей, которые уже полностью оборудованы всем необходимым. В этом году, как и в прошлом, в акватории Волги разместили все для удобства горожан. Кабинки для переодевания, теневые тенты, настилы, мойки для ног. На берегу оборудуют детские площадки. Уборка пляжей после паводка полностью проведена. Завезено 18 тысяч тонн песка. Полностью проведена планировка. И первая, вторая, третья, четвертая очередь набережной полностью уже оборудованы. В целях безопасности на городских пляжах работают 14 спасательных постов. Ежедневно сотрудниками Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое заключение на предмет качества воды. В целях безопасности каждые 10 дней дно обследуют водолазы. Для удобства самарцев, маломобильных граждан и семей с детьми на берегу уложены настилы. Хотелось бы, чтобы вот на колясках мамы, которые приходят с детьми, могли перемещаться вот к той самой игровой площадке. Тем более, что скоро будет жарко и песок горячий. Да, самое главное, коляску по песку провести. В настоящее время идет дооборудование на пляже в загородном парке, Барбошной поляне, санатории Можайский и Красной Глинки. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События.